То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Удивляйте себя каждый день собственной смелостью. Мужество – это всего лишь совокупность маленьких шагов. Мне нравится использовать трудные времена из прошлого для мотивации себя сегодня. Будьте благодарны за то, что у вас есть. В конечном итоге у вас будет больше. Если вы сосредоточитесь на том, чего у вас нет, вам всегда, всегда будет мало. Самое трудное – это решение действовать. Остальное – просто упорство. Возникнут препятствия, найдутся сомневающиеся, будут ошибки. Но для упорного труда нет пределов. Вы просто не сможете победить человека, который никогда не сдается. Многие неудачники в жизни – это люди, которые не понимали, насколько близки они были к успеху, когда сдались. Дело не в том, собьют ли тебя с ног, а в том, встанешь ли ты. Если вы слышите, как внутренний голос говорит вам, ты не можешь рисовать, тогда во что бы то ни стало, рисуйте, и этот голос замолчит. Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолет взлетает против ветра, а не вместе с ним. Мы можем столкнуться со многими поражениями, но мы не должны быть побеждены. Наша величайшая заслуга не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься после каждого падения. Все всегда кажется невозможным, пока не будет сделано. Когда ты знаешь, чего хочешь, и хочешь этого достаточно сильно, ты найдешь способ получить это. Вам предстоит пережить трудные времена. Такова жизнь. Но я говорю, с вами ничего не происходит. Это происходит для вас. Ищите позитивное в негативных событиях. Каждая проблема – это подарок. Без проблем мы бы не росли. Все
это либо возможность расти, либо препятствие, мешающее вам расти. У вас есть право выбора. Трудности часто готовят обычных людей к необыкновенной судьбе. Большинство важных вещей в мире были достигнуты людьми, которые продолжали пытаться, когда казалось, что надежды нет вообще. Поверьте, что вы сможете, и вы на полпути к цели. Мы должны смириться с конечным разочарованием, но мы никогда не должны терять бесконечную надежду. Надежда важна, потому что она может сделать настоящий момент менее невыносимым. Если мы поверим, что завтра будет лучше, мы сможем вынести трудности сегодня. Никогда не опускай голову, никогда не сдавайся, не садись и не горюй, найди другой способ и не молись, когда идет дождь, если ты не молишься, когда светит солнце. Только в наши самые мрачные часы мы можем обнаружить истинную силу яркого света внутри нас самих, который никогда ни за что нельзя затмить. Проблемы – это не стоп-сигналы, это указатели направления. Мы должны принять боль и сжечь ее, как топливо для нашего путешествия. Препятствия не должны останавливать вас. Если вы наткнетесь на стену, не разворачивайтесь и не сдавайтесь. Выясните, как на нее взобраться, пройти через нее или обойти ее. Используй то, через что ты прошел, как заряд. Верь в себя и будь неудержим. Семь раз упади, восемь раз встань. Иногда наш огонек гаснет, но снова вспыхивает мгновенным пламенем при встрече с другим человеческим существом. Все не совсем так, как ты себе представлял, и ты думаешь, что это провал. А как насчет палитры оттенков между ними? Одной фразой я могу подытожить все, что я узнал о жизни. Она продолжается. Сегодня вы там, куда привели вас ваши мысли. Завтра вы будете там, куда приведут вас ваши мысли. Когда все плохо, мы утешаемся мыслью о том, что все могло бы быть еще хуже. И когда это так, мы находим надежду в мысли, что все настолько плохо, что должно стать только лучше. С новым днем приходят новые силы и новые мысли.
У каждого поколения свои трудности. И все быстро меняется, и жизнь становится лучше в одно мгновение. В сердце каждой трудности кроется возможность. Есть кое-что, о чем ты всегда должен помнить. Ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты думаешь. Бывают моменты, когда в нашу жизнь входят неприятности, и мы ничего не можем сделать, чтобы избежать их. Но они существуют не просто так. Только когда мы преодолеем их, мы поймем, почему они там оказались. Внутри ринга или вне его нет ничего плохого в том, чтобы упасть, неправильно оставаться внизу. Никогда не сдавайтесь, трудные времена наступают всегда, независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни. Сумейте пережить эти времена и достичь своей конечной цели. Переживание трудных ситуаций может многому научить вас, и они также заставляют вас ценить времена, которые не так трудны. Мы должны принять боль и сжечь ее как топливо для нашего путешествия. Ты начинаешь с тьмы, через которую нужно пройти, но иногда тьма проходит сквозь тебя. Трудные времена, возможно, иногда подавляли тебя, но они не будут длиться вечно. Когда все будет сказано и сделано, ты станешь мудрым и сильным. Мне нравится использовать трудные времена из прошлого для мотивации себя сегодня. Человек становится мудрее, обращая взгляд внутрь себя. Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его. Не смотри в прошлое с тоской, оно не вернется. Мудро распорядись настоящим. Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове. На что ты рассчитываешь, то и обретешь. Знать истину следует всегда, изрекать иногда. Первое правило – не сдаваться. Второе правило – помнить о первом правиле. Только снобы тешатся, выставляя на показ все свои драгоценности, особенно когда те поддельные. Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя.
из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное – шевелить мозгами. Я не то, чтобы боюсь умереть, я просто не хочу при этом присутствовать. Найдите свое спасение в следующем, не зависеть от других. Помни, тишина иногда самый лучший ответ на вопросы. Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть. Кто не видит суеты мира, тот суетен сам. Характер подобен древу, а репутация его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо думать о древе. Худший человек из числа людей – это человек без стремлений. Если тебе скучно наедине с собой, значит ты в дурном обществе. Думать каждый день о черном дне, значит делать черным каждый день. Самые большие и важные проблемы жизни неразрешимы, их можно только перерасти. Сытая жизнь убивает в тебе думающего человека. Ты медленно становишься безвольным рабом денег и похоти. Спасибо Всевышнему за все трудности, что мы встречаем на жизненном пути. Гениальному человеку, больше чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Следуй трем правилам. Уважай себя, уважай других и неси ответственность за все свои действия. Давайте думать только о грядущих, хороших днях. Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гения. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или вещам. Вы не измените другого человека, пока не изменитесь сами. Сочувствие выражается в том, что становишься несчастным из-за страданий других. Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонкие. Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится. Если ты хочешь держать что-то в секрете, то ты также должен спрятать это и от себя. Деньги приходят сами, как сопутствующий атрибут на пути к цели. Все хорошее безумно бесплатно. Знание – орудие, а не цель.
никто еще не заблудился, следуя своему внутреннему голосу. Сильное желание чему-то научиться – это уже 50% успеха. Ошибки совершать не страшно. Главное – каждый раз ошибаться в чем-то новом. Если мы можем сделать человека счастливее и веселее, нам следует это сделать в любом случае, просит он нас о том или нет. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы сейчас. Величие измеряется не тем, насколько ты велик, а тем, как велики другие стали благодаря тебе. Самое правильное – это принимать все так, как оно случается. Будь у людей больше чувства юмора, мы бы жили в совсем другом мире. Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем вместе плакал. Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле. Дело не в том, на что вы смотрите, а в том, что вы видите. Все строят планы, и никто не знает, проживет ли он до вечера. Голод – лучшее лекарство. Правильные рассуждения ведут к правильным поступкам. Правильность ума ведет к справедливости сердца. То, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Воспитание имеет приоритет над образованием, создает человека воспитание. Если вы хотите убедить человека в том, что он живет дурно, живите хорошо. Ценна не слава, а то, чем она заслужена. Будь терпелив, и получишь желаемое. Никогда ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать – наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние, забвение и нарушение долга. Успешные люди добиваются высоких результатов за счет того, что постоянно оказывают на себя давление. Неудачникам необходимы распоряжения и надзор извне. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Действовать – это просто способ зарабатывать на жизнь. Семья – это жизнь. Все мы гости в этом мире. Никто не имеет права осуждать то, что не им создано. Жизнь – это всегда путешествие, и только ты сам выбираешь попутчиков.
Спроси себя, счастлив ли ты, и ты перестанешь быть счастлив. Я уверен, что Вселенная полна разумной жизни, но она слишком разумна, чтобы прийти сюда. Берегите в себе человека. Чем совершеннее техника передачи информации, тем более заурядным, пошлым, серым становится ее содержание. Жизнь коротка, и я хочу взять от каждого лучшее, что в нем есть. Если хочешь подчинить себе все, подчини себя разуму. Не паникуй, но каждый день испытывай страх. Он очень сильно мотивирует. Грязно только лишнее. Больше должны ценить тех, кто растят и хорошо воспитывают детей, чем тех, кто их рожает. Способный терпеть, способен добиваться всего, чего он хочет. То, что называют общественным мнением, скорее заслуживает имя общественных чувств. Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь. Будущее только следствие прошлого, показывает то, что было, а не то, что будет. Наблюдение без оценивания – высшая форма мышления. Кто не готов умереть ради собственной чести, тот обретает бесчестие. В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Лучше обмануться в цене, чем в товаре. Слово бьет иногда наспех. Успех обычно приходит тем, кто слишком занят, чтобы искать его. Ты не можешь прожить всю жизнь на солнечной стороне. Тень – это тоже часть жизни. Если человек пытается использовать тебя в своих целях, вычеркни его из числа своих знакомых. Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается. Работа – это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех бед – можно найти одно избавление – в работе. Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Истинное величие начинается с понимания собственного ничтожества. Истинное счастье – это мир
душе. Власть как нижнее белье, ее нужно регулярно менять. Люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек – к другим. Очень часто лучшее лекарство – это обойтись без него. Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что даешь. Умные не обижаются, а делают выводы. Если хочешь быть успешным, окружи себя успешными людьми. Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре. Ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга. Работать надо не 12 часов, а головой. Лучшее вложение в будущее – отдавать все настоящему. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Спасибо вам за просмотр. Заходите каждый день на наш канал.